Салям алейкум, рахматулла. Салям, халдарынсек. Айбет. Бедекеле Аллаға шүкір, хайбет кіне. Ага. Бүсіл әгіз нәсті болса? Бүгін Башқұртыстанның 100 жылдығына арналған концерт өтті. Полный зал. Шәп болды концерт. Халық янып, қайнап тұрды. Ага. И вот к вам идет Беркешикеля, к вам подойдет, к вам человек. Давайте. Интервью? Да-да, интервью говорим, да. Ну нормально, 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 нормально. Салям алейкум, рахматулла. Салям алейкум. Бик шот сезне курега, бүгін бик яхшы концерт булды. Булды зал, значит, бик без душласырабыз. Актермә белән бик аларны яратабыз, хөрмәтлейбез. Бездә алар бик яхшы кунактаблар. Безнең штаб Татар Москвы, без единственная организация, которая проводит ифтары совместные татарские башкиры. Мы единственная организация, которая из студентов делают мероприятия среди молодежи совместные, да? Вот. И вот, значит, мы решили проводить концерты совместно татарские, башкирские, сегодня планы построили. И вот я 24 числа еду со Всемирным конгрессом татар в Башкирию, тоже в вопросах сохранения татарского языка. У нас с вами язык одинаковый. Значит, у нас очень многие певцы, у нас совместные, да. И поэтому, значит, певцы у нас совместные, культура у нас схожая. Поэтому нам нужно в этом большом городе, чтобы сохранять язык, нам нужно больше проводить совместных мероприятий, особенно с молодежью. Значит, больше вовлекать их в эти мероприятия. И вот никто нам сегодня не запрещает говорить на наших родных языках. Давайте СМС посылать на родном языке, давайте говорить между собой на родном языке, и всем их тоже говорить только на родном языке. И если молодые люди хотят в любви объясниться, пусть они это сделают на родном языке. А ешь, Лайн, да. Спасибо. Как вы думаете, а вы что? Рахмет сезге, рахмет сезге. Рахмет. Спасибо. Спасибо. Так, бы нахайдали. Чак-чак, такой вот этот. Можно в этот, на старый, сфоткайте, пожалуйста. А вот этот свой, вот фотограф, помощник фотограф. Ну ты видел свое видео? А? Видео свое смотрел? Нет. Как не смотрел? Что за безобразие? Ну вставай, вставай. Фотограф чен. Да, троим, давай, сфоткай.